Радуе Магілёў пераможца рэспубліканскага конкурса на лепшае асвятленне дзейнасці ўзброеных сіл Беларусі ў сродках масавай інфармацыі. Радыёпраграма «Вы служыце, а мы пачакаем» стала лепшай у намінацыі спецыяльны праект. Пры тым, што на конкурс былі прадстаўлены больш за сотню праектаў. 10 год запар Министерства обороны и Министерства информации краины проводит конкурс на лепшее осветление деятельности Узброенных сил Беларуси и их подразделений. Сёлета на суд журы представили программу «Вы служите, а мы почекаем». У вынику ее назвали лепшей у номинации «Специальный проект». Радио Могилев предложила на конкурс проект «Вы служите, а мы подождем». Это женский взгляд на службу в армии. И я думаю, тем, кто служит, было приятно, что женщины видят и ценят их работу вот именно со стороны девушек, которые в армии ни разу не были. Вполне возможно, жюри зацепил наш юмор, наш добрый армейский юмор. Также мы предлагали и солдатам рассказывать армейские байки, если таковые имеются. По-моему, проект вышел замечательный. Дарэчы, Радыё Магілёў амаль штогод отправляя свои работы на конкурс и не упершыню сярод лидеров. Однако на досягнутым не спыняются и спрабуют нават лепшее зрабіць яшчэ лепш. Мы пытаемся вводить какие-то новые рубрики. В этом сезоне мы ввели рубрику «Интересно знать». Мы будем рассказывать слушателям и военнослужащим о тех или иных воинских званиях, об их происхождении и всякие интересности тоже. Почуть программу у прямом эфире Радио Могилёв можно у неделю у 15.15. Дарэчы, 23 лютого наши радиоведущие так само подрыхтовали шмат сюрпризов. Долучайтесь до прямого эфира на 96.4 FM. Удельничайте у конкурсах и отрымливайте подарунки. Андрей Шуляк, Алена Мельшенкова, Валера Яромин. Новини региона.